Всем привет! Совсем недавно мы вам показывали видео о планетарном миксере компании KitFort. И как оказалось, они на своем сайте ежемесячно проводят конкурс видеообзоров своей техники. И мы стали участниками этого конкурса. Победитель в этом конкурсе получает приз точно такой же планетарный миксер. Мы не стали победителями этого конкурса, но тем не менее за участие в конкурсе они присылают всем подарки. И вот сегодня мы получили вот такую вот посылку весом 1,5 килограмма и будем смотреть, что же в ней внутри. Интересно? Ну вот, посмотрим, что у нас внутри. А там коробочка. Коробочка. Тоже гибко. Это чайник. Снова кит. Это магнитик на холодильник. Ух, какой блестящий чайник. Блестящий чайник. Электрический чайник. Мы очень редко пользуемся электрическим чайником, только тогда, когда нам отключают газ. Ну, приятно, да? Очень даже приятно. Вот такой вот чайник. На сколько он литров? Ух! Металлический, электрический чайник. Проверять работу. Ну вот, нашим призом, сюрпризом оказался электрический чайник на 2 литра. Ну, конечно, электрическим чайником на юге пользоваться не очень выгодно, поскольку у нас электричество дороже. Но, тем не менее, эта вещь должна быть все равно в каждом доме. У нас есть электрический чайник. Он достается тогда, когда идет плановое отключение газа. Так что, в принципе, это нужная вещь. Вот. Мы стали обладателем электрического чайника. Просто так, за видеообзор. Ну вот, приятно, что компания заботится о своих клиентах. У них постоянно проходят какие-то конкурсы за видеообзоры, за отзывы. И как бы в нашем бизнес-мире это очень даже приятно. Ну вот, всем пока, счастливо. Вот с миксером нам в подарок пришел вот такой вот магнитик на холодильник. А сейчас нам пришел вот такой магнитик. Их собирают даже.